Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР, основатель и первый начальник 127-го спортивного клуба ракетных войск стратегического назначения, полковник в отставке. Виктор Куренцов собрал много регалий. Памятную доску в честь выдающегося спортсмена установили в спортивном комплексе «Искра». На торжественном открытии мемориала выступили почетные гости. Среди них герой России Лариса Лазутина, начальник ЦСКА Артем Громов и другие. Большое спасибо всем, кто здесь собрались. Большое спасибо нашему ЦСКА, центру 127-го спортивного клуба, за то, что они помнят о подвигах, спортивных подвигах и обычных делах Виктора Григорьевича. Виктор Григорьевич запомнился всем человеком с активной жизненной позицией. За свой вклад в развитие спорта он стал почетным гражданином округа. Именно по его инициативе построили Одинцовский спортивный комплекс «Искра». Поэтому место мемориала знаковое. На сегодняшний момент здесь проходит спортивную подготовку много детей. И поэтому, я думаю, это очень знаковое место, в том числе и в виде воспитательной работы, чтобы каждый ребенок знал и помнил своих героев, в том числе и спортивных. Почтить память Виктора Куренцова пришли и воспитанники спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями «Одинец». Когда-то именно Виктор Григорьевич предложил создать такое важное объединение, в котором даже особенные люди смогут воплотить свои спортивные мечты в жизнь. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».